Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас очень интересные покупки Wildberries Ozone. Также поговорим про мужскую парфюмерию. Итак, поехали. Покупочки Wildberries Ozone. Давайте начнем с Ozone. Заказала вот такую упаковку батареек GP. Они, по-моему, называются супер. Самый выгодный формат нашла на Озоне, на Wildberries. Они прям на порядок дороже. Здесь получается у нас сколько с вами? 20 штук. Они всегда нужны и в игрушки, и в пульты, и так далее. Поэтому вот такой упаковочкой брать достаточно выгодно. Так, дальше у нас с вами Wildberries. Сейчас все распакую, покажу. Это заколка, девчонки. Увидела на просторах интернета. И вспомнила, что в детстве у нас похожие были. Решила Ксюшке заказать, посмотреть, как будет собирать волосы. Дальше наушники. Такие наушники Ксюшке на Новый год Дед Мороз дарил. В другом цвете, в таком мятном. Это зеленые. И вот здесь они переломились. То есть переломились, пытались вот так замотать. Нифига они не держат, короче. И за 280 рублей нашла такие же, заказала. Она любит иногда посидеть в наушниках, там по научеру позаниматься, что-нибудь посмотреть. Сейчас тоже распакую, покажу. Ну, это обычно классические наушники, но они, блин, такие хлипкие, девчонки. Вот на самом деле хлипкие. Вот за 200 рублей, да, Дед Мороз нам приносил за 600 чем-то рублей. Прилично, зимой дешевле не было. Девчонки, обалденная футболка. Вот Криски за 170, ну нет, по-моему, за 170 у другого производителя взяла Ксюшке. Смотрите, в размере 13-14 лет, чтобы она была оверсайз. Я покажу на ней ее обязательно, примерим, придет домой. Сейчас целыми днями на улице. Это хлопок 92, эластан 8. Я ее уже вскрыла, она, девчонки, великолепна. Вот просто великолепная. Это очень плотный хлопок. Но не то, что очень плотный, но вот не тонюсечки такие, знаете, как делают. Зип-замок, ну, в общем, ладно, сейчас все открою, покажу. Шорты Криски. 110 размер взяла, потому что тоже хлопок могут маломерить, но они вроде как на резинке и на шнуровке. Посмотрим. Цена вопроса тоже прям смешная. Такая база, девчонки. Это бренд Luxus. Посоветовала мне знакомая, достаточно бюджетно, меньше 200 рублей или около 200 рублей. Посоветовала, сказала, что густая, каучуковая и очень хорошо держится. Прозрачная. Сейчас распакую, все посмотрим. Крестюшные шорты, уже вижу косяки. Вот это дело вот надо отрезать, опалить. Шнуровка рабочая или декоративная у нас тут, надо глянуть, затягивает она. Да, затягивает, поэтому хорошо, если будут великоваты, нормально. Резинка внутри, кстати, к сожалению, не пришита. Может вертеться. Да, она не пришита, не зафиксирована. Но тут цена вопроса тоже, на лето возле дома бегать. Вот такие вот прикольные шортики. Она широкая резинка, но не пришита, может, да, переворачиваться. Плотненькие, нормальные такие. Но маломерки 100% вижу уже. Маломерки, а в обтяжку они такие, шорты вообще, в принципе, не нужны. Хлопок 100%. Без кармашков, без все такие вот обычненькие совсем. Так, давайте лак сейчас с вами посмотрим. Я его уже открыла. Вот этот бренд, кто брал, девчонки, расскажите лак. База. Ой, какая густая, слушайте. Она должна быть тоже самораспределяющаяся. Смотрите, какая густая. Класс. Прям вот класс-класс. Очень густая. Даже не капает, не стекает. Вообще даже капля формируется долго. Я такое очень дело люблю. Такими вещами делать маникюр быстро, просто и приятно. Так, дальше. Футболка Ксюшкина. Вот она. Очень такая плотненькая и добротная. Цвет прикольный такой. Лаймово-зеленый какой-то такой вот. Не желтый. Сейчас посмотрела, хотела взять Ксюшке такую футболку в школу. У них на физре нужны именно красные футболки их классу. Уже поднял ценник продавец. 298, что ли, или 278. Вот так вот как-то стоит. Положила в корзину. Буду ждать, пока цена опять упадет. Потому что я взяла за 290, ой, за 192 рубля эту футболку. И она великолепная. И горловина. Все прекрасно. И вот прям такой хлопок плотненький. Это видно. Непрозрачный. Там не фигня, в общем. Хорошая футболка. Посмотрю, как вот этот размер на Ксюху сядет. И покажу вам, сделаю вставочку. О, цвет играет. Он вот такой вот. Даже чуть-чуть зеленцой. Все, камера вообще в разных ракурсах передает вам разный цвет. Прям классная, плотненькая, хорошенькая. Так, заколка. Вот заколка у нас с вами. Что это такое? Это мы вот так вот ее расправляем. Она такая плотная, тяжело ее расправить. Сюда заправляем хвостик. Можно делать пучки с этой заколкой. Она такая вот как велюром покрыта. Они разные есть. Соотношение цены и качества я вроде вот эту выбрала. Пока все нравится. Попробую ей тоже сделать хвост и покажу вам тогда. И вот так хвостик мы сжимаем. Или пучок. Сжимается достаточно хорошо. Даже если волосы, я думаю, у ребенка жиденькие, но должна держать, потому что дырочка тут
Такая небольшая, относительно небольшая. Классная такая мягенькая, приятная штучка. Так, и наушники. Ну вот наушники, я думаю, все уже такие видели на просторах интернета. Они складные, они вот так складываются. Тут у нас как раз все поломалось, и они больше... Нет, они работают, но носить их на голове неудобно. До щелчка мы их открываем. Панель управления, она вся здесь на наушниках. Заряжаются они от USB. Кстати, зарядка была, по-моему, Type-C. Нет, USB. Еще USB. Я думала, уже все на Type-C пришли. Нет. Разъем под наушники проводные. Можно даже так их сделать проводными. Но вообще они беспроводные, соединяются по Bluetooth. Перемотка, звук, включение, выключение. Я их попробовала, включила на пункте выдачи. Вот, все включается. Там что-то по-китайски, по-моему, они говорят. Они мерцают, они светятся, детям нравится. Поэтому, да. И вот здесь раздвижной такой механизм, который вот тоже достаточно хлипкий. Вот, видите? То есть, если на детскую голову и так нормально, если на взрослую, то вот так можно раздвигать. Раздвигать и обратно убирать. Вот это место, оно достаточно хлипкое, с ним надо быть поаккуратнее, не баловаться, в общем. Такие наушники. Таким же образом это все дело выключается. Они... Все. В тех у нас, по-моему, там вообще по-китайски говорилось. Здесь, по-моему, по-английски девушка вещает. Здесь такие они мягенькие, кожзам. Вот такие прям мягенькие поролончики внутри, достаточно удобные. За 200 с чем-то рублей нормально. Дороже брать не стоит. Говоря, футболочка, она, конечно, длинновата. По ширине вот, ну, нормально. Ну, а так длина длинновата слегка. Но ты ее еще натянула. Сейчас надо постирать. Может, подсядет по длине. Она получается как туник. Слушайте, ее вот с леггинсами хорошо будет на лето тоже гонять. Повернись, котенок. Вот, вот такая вот длина. И вот эта штука классная. Она так собирает туго волосы. Мы не расчесываясь, ничего так вот попробовать его. Она так туго волосы собирает, что аж у меня Ксюха ойкала. То есть вообще классно. Классно держит. Высокий хвостик, там пучок делать. Вообще держит классно. Вот такой аромабокс девчонки заказали на этот раз с сайта Рандеву. Это ароматы для него номер 8. Как всегда, рассказываю вам преимущество. Здесь 8 пробников по 1,5 мл с распылителем, что очень-очень важно, потому что можно протестить все парфюмы, выбрать любимый, который вы хотите, и заказать себе полноразмерку. Безумно удобный формат. Аромабокс хватает надолго. Вот, мне кажется, мужу хватит на лето, хотя он прям любит запшикаться. Так, смотрите, какие здесь представлены ароматы. Какая классная подборочка. Я вам расскажу сейчас, которые понравились больше всего мне и мужу. Какой понравился мужу, уже видно. Смотрите, это Кинзо. Он прямо его почти да, израсходовал. Все ароматы тестирует. Я тоже все ароматы на нем тестирую. И мне тоже очень понравился Кинзо. Мне безумно понравился Версач на лето. И, девчонки, вот Монт Бланк. Первый раз этот парфюм слышу, вот он третий, он понравился больше всего мне, не мужу, а мне, как он на нем звучит, несмотря на то, что он такой интересный, прям мужской-мужской, на лето тоже очень хорошо звучит. Кинзо и Версачи, они прям такие свеженькие, классные, суперские. Так, вот по карабан еще не тестила, сейчас вместе с вами понюхаю, мы его еще не попробовали, мне прям он был интересен тоже в этой подборочке. Ой, тоже классный. Ну, мне кажется, он прям какой-то гурманский. На лето может быть тяжеловат. Я его прям представляю на золотую осень. Прям на золотую осень. Вкусный-вкусненький такой вот этот очень вкусненький аромат. Но на лето может быть тяжеловат. Все-таки, да, Кензо и Версачи, они вот сейчас прям вне конкуренции. Живанши тоже очень понравился. Он насыщенный, такой яркий, многогранный. Они все безумно стойкие. Все вот из этой подборки, они безумно стойкие. Шлейфовые и очень классные. Первый аромат тоже понравился. Мы с ним тестировали его в самом начале. Сейчас обновлю свои ощущения. Я его тоже впервые Армах, наверное, да, услышала. Он... с какими-то искусственными нотками плюс кожа. Вот похож как будто смесь молекулы и кожаные нотки. Он очень интересный. Его вот тоже на осень, но на позднюю осень я бы прям присмотрела. Вот этот на раннюю, этот на позднюю. Остальные ароматы, они все достаточно универсальные на любое время года, а голубенькие, ну, как всегда, даже и по цвету, они прям на лето. В целом, аромабокс классный. У мужа любимчика выявила. Теперь буду ему такой заказывать большой. Очень удобно, девчонки. На самом деле, очень удобно. Скидки на аромабоксы бывают частые. Часто бывает 50%. Плюс мой промокод, как всегда, вам оставляю 10% на скидочку. Ссылку на аромабокс тоже вам оставляю. На этот он вышел мне очень бюджетно. Но надо смотреть, мониторить, на какие-то аромабоксы бывают. Потом попозже еще на какие-то другие. В общем, очень бюджетненько можно взять вот такой аромабокс. Это популярные ароматы для него, он называется, да, номер 8. Потестировать, выбрать то, что тебе нравится, да, не пальцем в небо тыкать. Поэтому
Еще одна покупочка Wildberries – это складное 5-литровое ведро. Смотрите, какое оно маленькое, компактное. Я взяла, знаете, ну так вот, на дачу, на рыбалку, бюджетненько. И мне понравилась именно вот эта вот форма. Вот прям понравилось. То есть оно не четко круглое, вот такой там чуть подарочек, что ли, внутри. Сейчас посмотрим. Смотрите, спасибо, что выбрали нас, ароматизатор для одежды и белья вам в подарок. Для ароматизации малых пространств. Прикольно, сейчас скрою, посмотрим. Вот как в сложенном виде выглядит эта ведерочка. Очень миленько, компактненько. Знаете, исходя из чего выбирала, мне нужно, чтобы... Сейчас расскажу, разберу. Ароматизатор, две таблетки. Лавандой пахнет, знаете, вот чем-то как будто как от моря. Ну, приятный аромат. А мне что нужно было? Зачем тут штучка интересная? Чтобы была пластиковая прослойка. Потому что есть... Ведра, у которых вот здесь все резиновое. И мне показалось, что не будет держать форму. Да, допустим, вот кипяток налить, как я в таз фаберлик наливаю, да, он у меня не складывается. Еще что-то, еще что-то. А, лучше форму будет держать, мне показалось, когда посерединке есть пластик. Не цельная, вот тут резина. Поэтому выбирала именно из этих соображений. Вот такой вот носик, что тоже достаточно удобно, я считаю. Ручка. Все отлично, все прекрасно. И в целом, такое хорошенькое, нормальное ведерочко. Прям вот мне понравилось. И расцветочка такая ненапряжная. Все отлично. Добротная, плотная. Так вот одной рукой сложить нет. Хотя вот так можно, да. Вот, одной рукой сложить. Если куда-то повесить, я не знаю, зачем вот эта штучка, девчонка. Девчонки, как вы думаете? Вот это. Повесить можно за ручку, а можно вот за эту штучку, наверное. Если есть необходимость. И все, компактненько и классно. Валберис заказала себе набор вот таких вот чаш пластиковых, очень бюджетно, кстати, девчонки. И вот мне нужны были именно такие. Почему, сейчас объясню. Многие прям вот сильно заужены к низу чаши. Многие просто некрасивые. А здесь есть и ручка удобства, и носик. Для чего? Да для чего угодно сейчас летом. Шашлык замариновать, салатик сделать, все что угодно. Так, они выглядят, и я вам хочу сказать, что даже пластик не пахнет. Вообще, на самом деле, прикольно. Смотрите, они разные объемы. Самая большая, ой, я забыла, девчонки, сколько. Посмотрите в карточке товара. По-моему, 4 литра, если я не ошибаюсь. Это номер партии. Потому что, по-моему, 4 литра. Здесь есть... Вот полтора деления, вот такой вот оранжевый, ручечка удобная, за которую держаться носик. И внизу дно не сужено, вот это важно. Мне было именно такие чашки, в них даже ну что-то вот замочить, носочки, в 4-литровый, как мини-тазик, да. Салатовая, так у нас здесь какое с вами деление? Сейчас посмотрим, по-моему, самая большая 4 литра, мне прям потому что нужно было. 2, самая высокая, значит здесь где-то 2,7, наверное. Так, и вот эта самая большая чашечка у нас с вами. Здесь мерная шкала 3. Ну и вот остается где-то, да, почти 4. 3,7, наверное, она. В общем, классно. Классно. Достаточно добротный такой пластик. И не пахнет. И хранить удобно. И смотрится стильно. Мне понравились. Покупка, девчонки, уже без коробки. Потому что мы прям вот перед дачей ее забрали с Wildberries. Там распаковали, уже пользовались. Но что хочу сказать, мне безумно понравилась эта лампа. Несмотря на то, что в отзывах писали, что она маломощная, мне понравилась. Сейчас, если включится, она с зарядкой в комплекте. Я ее брала только из того расчета, что она работает не от сети, а заряжается. Она может и от сети, а может и зарядил ее и работает. Вот мы были 3 дня на даче, 3 дня она у нас вечерами, 4, работала и не разрядилась. Сейчас посмотрим. Она вот так складывается. Мне, кстати, продавец сначала по ошибке прислал лампу другую, которая работает от сети и стоит в 2,5 раза дороже. Я уже думала забрать, но она от сети тоже белая, классная. Эти лампы сейчас модные очень. Ну, посмотрите, вот ссылку оставлю у этого продавца. У него 3 вида ламп. Черт. Белая и вот это вот третья. В общем, как это все дело выглядит? Она вот так разбирается, вот так на столе стоит. Можно вообще вот так поднять вверх, она будет, сейчас покажу вам получше, она будет вообще вот так стоять. То есть вот так, да? А можно вот так. У нас вот так она стояла. Что понравилось? За 300 рублей, девчонки, фокус. Она сделана под кожу. То есть как будто вот кожа, такое софт-тач покрытие, как будто это кожа. Фокус, фокус. Ну, камера плохо, наверное, передает. Ну, в общем, под кожу. Сделано добротно. Очень красивенько. Вот, видите, видно, что под кожу. И она включается. Здесь сенсор нажатием на него. Так, вот, включилась. Слушайте, как вам показать? Вот она включилась. Это минимальный режим. Их всего 3. Еще раз нажимаем на кнопку. Второй режим. Вот он уже яркий. Еще раз нажимаем на кнопку. А, нет, это был, наверное, другой режим. Третий.
В общем, сейчас вот так поиграемся. Она выключится. Так, выключайся. Вот третий режим. Вот он, самый яркий. В общем, мне понравилось. Слушайте, мы еще ни разу ее не заряжали, и мне уже понравилось. Но что-то она у меня сейчас не нажим... А, вот, нажалась. Не нажимается. То есть вот так. Видите, с сенсором какие-то проблемы все-таки есть. Вот я нажим... А, вот. Как-то я не туда, наверное. Он в стороне, что ли, где-то. Вот, это самый слабый режим. Ну, в общем, классно. Классная лампа. Ее можно брать с собой как фонарь в поход. Там куда-то едете тоже на дачу и так далее. Мне понравилась задумка. Вот это не знаю, для чего ее, может быть, можно как-то повесить будет или еще что-то. И то, что нет лишних проводов возле стола рабочего у ребенка, мне тоже этот вариант очень понравился. Поэтому лампе зачет за 300 рублей. Это шикарная вещь. Она не слепит глаза, но уроки с ней делать тоже вполне себе приемлемо. Она в сложенном виде выглядит. Вот здесь такие вот как бы ножки. Все дела. Посмотрим, сколько прослужит. Вообще вещь прикольная. Ну и на этом все. Ссылочки, как всегда, все в описании, в инфобоксе, в том числе промокод на скидку 10% в рандеву. Смотрите, переходите, знакомьтесь. Надеюсь, вам было интересно и полезно. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.